Всем привет! Вы на канале Сам Себе Повар. Меня зовут Светлана. И сегодня я вам предлагаю приготовить вот такое интересное печенье, которое называется Савоярди. Вот такая у него нежная текстура. Очень легкое печенье, невесомое. Давайте приступим. Для начала нам нужно отделить белки от желтков. Нам понадобится 3 белка и 2 желтка. Я этот желточек просто использую как маску для лица. Добавлю немножко меда. Очень хорошо питает кожу. В белки добавим немного соли. Теперь нам нужно взбить белки в крепкую пену. Постепенно добавляем сахарный песок. Вот здесь я уже отмерила 120 грамм сахарного песка. Для взбивания белков нам понадобится примерно половина. И теперь будем взбивать желтки, также постепенно добавляя сахарный песок. Теперь добавляем к желткам ванилин и еще раз взобьем. Вот такая масса получилась. Теперь в наши желтки вмешиваем белки небольшими порциями, складывающими движениями. Теперь нам нужно вмешать в эту массу сухую смесь. Я здесь уже смешала муку, крахмал и разрыхлитель. И все это просеяла, но теперь просею еще раз. Вот такое тесто у меня получилось. Теперь возьмем противень, застеленный бумагой для выпечки. У меня бумага, которую ничем не нужно смазывать. Если у вас бумага другого качества, обязательно смажьте. Теперь берем кондитерский мешок или целлофановый пакет, какой у вас найдется дома. Делаем полосочки. Перебросим наши полосочки на противень и поставим выпекаться при температуре 180 градусов. Я вам скажу, сколько времени понадобилось моей духовке. В моей духовке выпекалось оно 10 минут. Отделяем их от бумаги. Очень получились они легкие, воздушные, просто невесомые. Вот такие внутри. Рекомендую вам воспользоваться этим рецептом. А я, как всегда, желаю вам удачи, большой и маленькой. Готовьте с настроением, кушайте вкусно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч!